Через пару дней эта гитара Джорджа Харрисона достанется какому-нибудь фанату группы Beatles за какие-то $500,000. Именно в такую сумму оценили этот Рикенбекер у строителя музыкального аукциона Julian's, который ежегодно проводится в Нью-Йорке. Если гитара Beatles – самый дорогой лот предстоящих торгов, то этот Rolls-Royce, безусловно, самый впечатляющий. Роскошная машина принадлежала Леди Гаге, а теперь певица намерена отдать на благотворительность деньги от ее продажи. Эти черные лоферы носил Майкл Джексон. После смерти короля поп-музыки прошло уже 5 лет, но вещи, связанные с ним, по-прежнему пользуются спросом у поклонников. В Julian's возлагают большие надежды на эту пару обуви. В этот раз мы продаем около 200 предметов, связанных с жизнью и карьерой кумира. Эти лоферы он подарил своему другу после одного из выступлений и подписал их. Это культовая вещь. И вот еще перчатка, расшитая стразами. Когда вы думаете о Майкле Джексоне, вы, конечно, представляете себе его именно в перчатках. А этот детский костюмчик, расцветка которого повторяет цвета и символику американского флага, принадлежал маленькой Бритни Спирс. Свою карьеру она начала еще девочкой. В 2003-м он был продан за копейки на благотворительном аукционе, а сейчас владелец намерен выручить за него не менее $6000. На торги также выставлены вещи Элвиса Пресли, Мадонны и группы U2. Аукцион пройдет в нью-йоркском Hard Rock Cafe на Таймс-сквер 16 и 17 мая.